По статистике, каждый год в нашей стране регистрируется до 4,5 миллионов случаев ОРВИ и до 2000 случаев гриппа. Минздрав постоянно мониторит эпидемиологическую ситуацию и отмечает, что в сентябре этого года по сравнению с предыдущим отмечается снижение заболеваемости на 27%. Такие данные СМИ озвучила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Сархат Бейсенова. Актюбинцы, как и жители других регионов, знают о вакцинации против гриппа, параллельно соблюдая меры профилактики народными средствами. Нет, никто не вакцинировался. Почему? Ну, потому что все здоровы. А как от гриппа вообще? Вот советы какие-то? Как защищаетесь? В такой сезон сейчас вот, очень много вирусов. Ну, наверное, витамин С нужно принимать. Угу. Помогает вакцина от гриппа? Ну, раз люди делают, раз эту вакцину создали, помогает, наверное. Да, раньше брали. Не задумывался о вакцинации и не болею обычно. Надо закаляться. Полезно. Получила. И каждый сезон гриппа проходит легко. Я самоврач. Рекомендую прививаться. Помимо гриппа в Казахстане имеют место и негриппозные вирусы. На них в сентябре исследовано 388 проб. Из них в 137 пробах установлен положительный результат. В том числе риновирус 49, боковирус 35, парагрипп 25, аденовирусная 17, РС-вирус 7 и другие 4. В эпидсезоне актуальны штаммы гриппа АН1Н1, АН3Н2 и Б. Напомним, что для вакцинации населения против гриппа закуплено 2 миллиона 200 тысяч доз вакцины Гриппол Плюс российского производства, что должно позволить охватить вакцинацией 11% от общего числа казахстанцев. Тамирис Шумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт».